Вот, дорогие друзья, всех с праздником Рамазан, всего самого наилучшего, чтобы все у вас было, иншаллах, хорошо, чтобы все ваши молитвы были только за мир, за любовь и здоровье, и счастье. Сейчас я нахожусь в Шуверянах, мечеть называется Мир Мефсюм Ага, в честь него названа. Вот так. Я очень надеюсь, что все у всех будет хорошо, все эти войны несчастные, проклятые, и будь они неладны, кто их затевает, рано или поздно прекратятся. Всем желаю мира, счастья, здоровья и всего самого наилучшего, самое главное. Вот так. Здесь мы пришли вот из Фитряполы, это каждый мусульманин должен вынести как бы из дома такую сумму, которая равна, как сказать, равна килограмму пшеницы. Так мне как бы бабушка всегда говорила. Назир называется. Если ты даешь деньги, то эти деньги должны быть приравнены к килограмму пшеницы. Всем всего хорошего, мира, здоровья, счастья. Всегда я, ваш Фаик Исмаил. Чтобы все наши дети были счастливы, здоровы и прекрасны. Чтобы жили лучше нас, иншаллах.